Итак, мы находимся во Вьетнаме. Температура плюс 24. Нас выпустили в город, и у нас есть 6-7 часов для того, чтобы здесь что-нибудь посмотреть. Приветствую вас, уважаемые зрители. Однажды у меня была 8-часовая пересадка во Вьетнаме, в городе Ханое. В этой стране я был впервые. Ждать 8 часов в аэропорту мне не хотелось. Виза не требовалась, а на первом этаже в аэропорту предлагались экскурсии по городу с гидом. Все намекало на то, что надо ехать, и мы так и сделали. Гид, по сути, оказался просто таксистом, который привез нас в город и объяснил, что сейчас он уедет и вернется на это же место через 2 часа и отвезет нас в другую часть города. Мы не должны опаздывать и теряться, иначе он не сможет вернуть нас вовремя в аэропорт к нашему самолету. Записали номер машины, распрощались с водителем и отправились гулять. Ханой не самый туристический город во Вьетнаме, но несмотря на это, в туристических местах было очень много народу и гигантские очереди. А у нас всего несколько часов. Стоять в очереди мы не стали и отправились в более безлюдные места. И там было очень красиво. За 5 часов общей сложности, включая дорогу из аэропорта и обратно, удалось посмотреть несколько парков и площадей, пройтись по улицам города и покушать. В новом месте всегда есть на что посмотреть. Даже просто пройтись по улицам города, сравнить с тем, как у нас. В другой стране, с другой культурой, всегда чувствуешь себя, как на другой планете. А у вас так же? Bye-bye.